пошло уже. Короче, да, это самое. Надо тюнинг сделать. Спортивный. Давай, пили. Тормоза, чтобы не перегревались, надо охлаждение нормальное. Вывод горячего воздуха, да? Смотри, что делаешь. Ладно. Главное с крылом не ошибиться. Играть там ничего нет. Куда их, а то сейчас внутрь провалится. А, ну, видишь, я же говорил. Ну нормально. Вот оно как тут устроено. Заодно сразу видно будет, как что снимается. Так, сейчас, секундочку. Давай. Это, короче, так тюнинг. Тюнинг в России делается так вот. До сих пор. Вот. Так, вот она приехала. Цивка. Хонда. Повреждение идет сзади наперед. Удар прошел. Пострадала дверь, крыло, бампер, молдинг, там, возможно, порог. Здесь вот все разбежалось. Здесь все убежало. Капот у нас тоже мятый. Поэтому он вот так вот торчит. Здесь крыло тоже такое вот. Фара, я не знаю, что с ней, надо смотреть. Она вот так вот делает. Дышит немножечко. А, фара разбита. Так. Дальше идем. Крыло у нас будет под замену. Так, молдинга пока нету. От него даже вот так вот кусочек оторвало дверь тоже. Под замену. Дверь у нас вот стоит. Здесь у нас дверь сошлась с крылом. Здесь разошлась с задней дверью. Зазор полпальца. Снизу он расширяется и практически вот палец входит. Сейчас будем разбираться, снимать все это. Дверь открывается, попадает мимо замка. При открывании падает с замка. Да, она ниже, чем замок. Здесь также она стоит некрасиво. Ладно, сейчас замена покажет. Скорее всего, петли. Чуть-чуть подогнуло. Ладно, будем смотреть. Так, распотрошил Хонду. Пару примечаний сейчас вам скажу. Значит, сейчас будем разбираться, почему петли увели дверь назад. Точнее, почему дверь уведена назад. Здесь вот видно, да? Трещины в герметике вот там вот видно, да? Здесь вот я такого не вижу. Ладно, сейчас разберемся. Померяем, сравним с теми петлями. Смотрите, как Хонду делают, видите? Как-то, блин, все тут как-то вот так вот. Неаккуратно. Я, конечно, понимаю, что это массовое. Вот. Здесь как будто бы, блин, какой-то напыл. Интересная такая шагрень. Ладно. Все это фигня. Интересно, знаете что? Вот они, два болтика. Вот эти два болтика верхние дверь крепили. Вот. Вот так вот. А вот это вот два нижних. Смотрите, они какие. Это два верхних, это два нижних. Откручивались с таким с приличным усилием. То есть, я не знаю, ну, я не ожидал такого от Хонды. И ограничитель тоже откручивался с приличным усилием. Ладно, в общем, вот они двери. Одна такая, вторая такая. Какие у них отличия? Две дырочки, три дырочки, три дырочки. Все вроде одно и то же, да? Единственное, что вот здесь эта хрень серебристая, да? А вот здесь эта хрень черная, ручка. А так все просто, ну, двухцветное, а здесь нет. Здесь клеенка, а здесь тканюшка приятная такая. Ну, в общем, так вот. Ну и дверь, конечно, развальцевалась вот здесь вот вся. Здесь ее разорвало. Вот видите, прямо здесь насколько. Сейчас будем смотреть, может быть, здесь подзагнуло, конечно. Новая дверь покажет нам все.
Здесь он тоже, видите, безобразие какое. Безобразие. Здесь вот более-менее цело. Здесь вот он... Здесь вот чуть-чуть попытка надорваться была у герметика. Здесь вот. Да. Я потом поеду домой сейчас. Так, ребят, как понять, как вы выставляете дверь, правильно или нет? Для этого нужно всего лишь навсего снять вот эту ответную часть. И мы исключаем уже неправильную установку замка. Теперь у нас остается один на один дверь с дверным проемом. То есть ей ничего не мешает уже попадать в проем. Вот она попадает в проем. Вот она закрывается. 40 минут. Порегулировали тут вдвоем с Андрюшкой. И, пожалуйста, вот она в закрытом состоянии. Абсолютно ровно. Все ровненько. По низу. Все одинаково. По низу. Все одинаково. По молдингам. Все ровненько стреляет. Сейчас ставим замок. И смотрим, как она у нас уже защелкивается. Ну что, ну все. Вот. Все стоит красиво. Осталось подогнуть чуть-чуть рамку, потому что она как-то странная. Но это, скорее всего, просто надо подогнуть. И все. Все. Теперь ставим крыло. Так, закончил выставление зазоров на Хонде. Значит, у нас Тайвань. Оригинал, но крашеный. По какой причине крашеный, я пока еще не разобрался. Не знаю, наверное, не буду разбираться даже. Так, смотрим. Дверь показывала, стоит ровно, красиво. Рамка стоит ровно, красиво. Везде все плотненько. Но, если честно, мне не нравится, как она стоит. Дальше. Стык крыла дверь. Кажется, что большеватый здесь зазор прошел полностью этим самым, ну, короче, от задней двери таким, ну, как она, направляющей, да, такая вставляется в зазор. Там прошел, тут прошел, все абсолютно одинаково. Просто здесь, видать, внутрянка вся, поэтому кажется, что дырище все абсолютно одинаково. Здесь все ровно. Задняя дверь ровно стоит. Здесь вот крыло надо будет подправить. Оно чуть-чуть вверх стоит пока что. Вот. И поэтому здесь вот некрасиво получается. В остальном, в принципе, неплохо. По капоту чуть-чуть подпрямил капот. Здесь вот зазор абсолютно ровный. Оп. Фара у нас разбившаяся. Она пока не влияет ни на что. Она вот так вот себе, вот так себя ведет. Единственное, мне не понравился вот этот зазор. Но это просто разные отформовки. Смотрите. Видите? Вот здесь вот дверь более так остро сюда уходит, а крыло более округлое. Вот это в чем отличие тайваньских деталей. В остальном все, в принципе. Все стоит ровно. Ничего нигде не торчит. Крыло не торчит. Ну, самую малость возвышается над дверью. Самую малость. Вот так вот. Ну, это потому, что оно еще основательно не прикручено, нет открылка. Все вот так пока что дышит. Все на своих местах прикручено, но крыло дышит почему-то вот так. Ну, а так все ровно, все готово. Так, дверь разобрана полностью. Голая абсолютно. Я прошпаклевал. Короче, 40 минут. 40 минут. Вот такая вот куча деталей. Это шумоизоляция, карта, молдинг, замок, стеклоподъемник, стекло, какие-то еще резинки уплотнительные, колонки, фигонки, там вот ручка открывания, ограничитель, направляющий для стекла, тросики, пистончики. Вот такие вот руки. 40 минут и все готово.